куда-то дома. Значит, раздевайся, ложи одежду. Вот, как видите, в таких условиях живем. Бывает и хуже, бывает и лучше, но тем не менее жить можно. Ну, не сравнить, конечно, с теми условиями, которые были. Но, тем не менее, не так все страшно. И при большом желании можно и обустроиться, можно и создать себе какой-то уют, комфорт. Так и создаем, собственно говоря. С чего начать бы о себе? Много чего изменилось за 2,5 года, много чего произошло. Никто не думал, что так жизнь повернется. Ну, на самом деле, можно жить в негативе в связи с изменениями, ну, можно искать и положительные моменты. Не думала я, конечно, когда уезжала там, в апреле 2014 года, что таким образом сложатся события. Ну, казалось, на какое-то время, причем уехала я относительно еще рано. Ну, вот, просто пришло какое-то понимание, что не бывает, да, там вот то, что я сама наблюдала, просто так как-то флаги меняются у нас в городских властях Донецке. Вот, я сама в Донецке жила в основном. Последний раз была в Донецке дома 22 июня 2014 года. С тех пор ни разу не ездила. Приехала я сюда на работу уже. Я уже в марте начала искать работу. Просто мне казалось как-то интуитивно, что просто надо уезжать. За этими всеми событиями мы наблюдали с Майдана, с Крыма. И вот как-то сложилось какое-то понимание, что ничего хорошего не предвещает. Каким-то образом, даже не анализируя, наверное, ну и, наверное, из-за того, что я как бы легкая на подъем, я раньше ездила во много командировок по работе, поэтому было несложно как бы поехать на какое-то время. Но никто не предполагал, что это время будет таким достаточно долгим. Приехала я сюда вот в апреле 14-го, как я сказала, сын закончил 7 класс в апреле 14-го, и я его забрала 22 июня, сразу после окончания. И даже для меня было каким-то удивлением, можно сказать, масштабы переселения увидеть своими глазами. Тогда я пришла в благотворительный фонд «Допомога Днепра», вот я в первую очередь для себя увидела, что это действительно огромные масштабы. Люди сидят в коридорах с детьми, с одним пакетом, и ну, на самом деле это все очень страшно. Вот так вот потихонечку мы стали там знакомиться друг с другом, да, вот какое-то участие принимать, помогать друг другу, там и в поиске квартиры, в поиске там работы, да, там общаться, кто там думает, что это временно, кто думает, что это постоянно, да, вот, ну, как-то, ну, в общении, ну, вот эта психологическая помощь, да, и поддержка друг друга, она очень много оказала. Для каждого из нас очень большое значение. Родители у меня в Новоазовском районе жили, и мне уже, у меня дядя инвалид, 56 лет, и родители у меня уже оба пенсионеры. Нужно было уже задумываться, каких забирать. А причем уже очень активные такие боевые действия начались. Ну, то есть, как бы совсем было не весело. Пока заказали машину, это тоже определенно там финансовые издержки. Потом, пока перевезли, потому что, ну, как бы общественным транспортом дядю моего очень тяжело перевозить. Тяжело было снять родителям дом. Thank you.
Всем добрый день. Как настроение? Отлично. Как обычно. О. И у нас как обычно. Ой, вы такие молодцы. Прям присаживайтесь, пожалуйста. Это у нас проект Ухаб. Сами себе организовали для того, чтобы было чем заняться. И, собственно говоря, для того, чтобы и творчество применить, и денег заработать. Проводим общекультурные мероприятия. В частности, стричка едности. Было такое мероприятие, посвященное Дню Соборности Украины. И в 15-м, и в 16-м году. Связывали ленту на площади на Европейской, и лента была связана в этот день во всех городах. Наше любимое мероприятие – это День вышиванки, оказалась нашей визитной карточкой. Если в первый год мы организовывали исключительно своими силами с бюджетом 300 гривен, то в 16 году у нас уже была приглашена и группа «Вертеп», и более был массовый праздник, и ну, радует, что пришел весь город. С хорошими настроениями и улыбками люди, которые ушли домой, ну, что может быть лучше? Лежачий камень, вода не течет, соответственно, ничего не делать, ничего не изменится. Поэтому все идеи, все мысли, которые появляются в головах, имеют право на жизнь, и каждую из них можно облекать в какую-то форму. Мы уже там, на протяжении этого времени поняли, что невозможного вообще ничего нет. Поэтому все будем реализовывать. О возвращении обратно думает меньше 25% людей. В основном уже сейчас все нацелены оставаться. Соответственно, основное направление – это постоянное жилье, это участие в жизни города, в котором нам жить, это рост самозанятости, рост предпринимательства, полный оптимизма и позитива. Надеемся, что будет сейчас.